ты видишь, она синит, ультрамариновая. То есть можно сразу с розовильцами чуть-чуть. И полностью избавиться от белого. Вязкой краской, достаточно вязкой, не разжиженной весьма, а вязкой. То есть при том, что поджижаешь, чтобы она не была совсем сухой, но все-таки в пользу вязкости. Вот такую вязкую обстановочку создать на всем холсте. Ты сделаешь темный каркас рисунка, так как будто у тебя и нет других цветов. Синькой. Синькой, вот такими мазочками а-ля. Ну, повторяю сам рисунок, да. Так понимаю, да? Мазочками вот а-ля дерево. Перышки. Угу. Создашь идею рисуночка. Вот они, вот они. Чуть-чуть чиркая, не просто макая, не проводя вот так, а подчиркивая. Вот они. Подложечку. Вот они, да. Потом уже в нее будем вгонять цветнотики. Сюда более вертикально, да? То есть разные ритмы у нас. Здесь опять же горизонтально, где-то даже подлиннее. Нашвырять, нашвырять, нашвырять. Так, как будто и нет других людей. Помочь. Чуть-чуть. Помочь себе вот так. Вот такими действиями. То есть обозначить то, что там должно быть. И теперь бомбим светиками. Значит, у нас в небочке розоватые облака, поскольку небо должно быть более-менее чистеньким. Начнем с него. Взяла разбел розового. Уложить облаченники. Тоже вот этими мазочечками, только цельно. Да? Растирать не надо? Нет, нет, не надо пока. То есть эта живопись подразумевает не растертые, а все-таки мазочные состояния. Угу. Вот, нашвыряешь этих ребят. Чуть-чуть он там их подрастет. Ну, немножко подразотрешь, но все-таки с идеей мазочка. Хорошо? Накидала. Облаченники накидала. Потом начинаешь набрасывать все эти цветовые. Я возьму меньшую кисть, потому что ты будешь в основном сейчас крупной работать. Сначала крупный, потом все мельче, мельче, мельче. А домик-то не мастихином? Можно потом мастихином, да. Коричневый, голубой, будет очень темный, зеленоватый цвет. Начнешь набрасывать вот этот каркас чернявых пятен. Чернявых. Вот они, чернявенькие. Сначала они зайдут, причем ты видишь, они заходят достаточно безобидно, как бы продолжая идею синего. Есть такое, да? Угу. Потом все дальше начинаешь уходить в пользу рыжеватостей. И все время рыхленький мазочечек, рыхленький. Лежачая кисть, рыхловатые, рыхловатые мазочечки. И лежачие, и торчачие. Лежачие, потому что плоскость лежит, торчачие, потому что трава. Но и лежачие, и торчачие. Нашвыриваешь, нашвыриваешь. Также нашвыриваешь и вот эту мелочевочку. Обязательно все лежачей кистью. Вот они, стайки вот этих. Вот этих, вот они, стаечки. Немножечко подыгрываешь вот этими делами. Хорошо? Так, а домик-то мы будем рисовать, эти стволы у нас погибнут? Это так, на время. Мы потом заслоним. Сначала сделаем домик, а потом снова заслоним. Я ну, просто чтобы у нас видно было, что мы калякаем. Вот. Можно снаружи чуть-чуть потоптать мелкими мазочками. То есть это все ряд мелких мазочков. Работать быстро, потому что мазочков нужно сделать тьму. Давай.
картинки. Просто давайте дополнять их еще и еще. И розовости. То есть сейчас несколько отдельными цветиками. То взялась за розовый и понашвыряла везде, где его можно подсунуть. Где его сгустки встречаются. То взяла более желтоватый, то взяла более зеленоватый. Зеленый это будет желтый, голубой. И в том числе. И вот буквально сначала один цвет пронеслась по всей картине, другой цвет пронеслась. И разные тональности. Чуть темнее, чуть светлее. Чуть темнее, чуть светлее. И у розового, и у оранжевого, и у желтого, и у зеленого. Хорошо? Нет, нет, кистью, кистью, да, вот так вот. Мазочно, мелко. Да я поняла. Опять же, вот, вот когда мы голубой укладывали, я настаивал на ритме в этом направлении. Потеряла полностью идею. Ритм остался только в некоторых местах. Это должно быть обязательно с ритмом укладки. С нарочитым ритмом. Где-то по... По горизонтали, где-то по вертикали, но это должен быть ритм, это не должны быть такие пьяные гуляющие, там все заритмовано. Это, импрессионизм, да, это да. Ритмы мазочков, прям привыкнуть к этому надо, тогда оно все пишется очень красивенько, стильно, а иначе это каша формируется. Поэтому удерживай ритм, идею ритма. Темности еще немножко понатычь сюда, понатычь, понатычь. Идею лодочек сначала вырежи, а потом уже наполнишь веществом. Хорошо? Угу. Сначала просто вырезать, а потом наполнить веществами. Так, вот этих ребят понаставить все-таки. Угу. И только ритм. Давай. Зала. Ты знаешь, даже этюдный характер очень красив. Вот несмотря на то, что нет ощущения, что она еще готова, но вот, этюдное, нет, хороший домик, этюдное состояние вполне съедобное. Можно такие вещи потом вот так чуть-чуть подрезать. Хотя плотности, наверное, все-таки не хватает. А, еще можно что сделать. Можно сначала натемнить. Вот так вот натемнить. Потом положить светлый, который там есть. Смотри, светлые партии любят густую краску. Угу. Смотри, как она убедительно туда засела. Нет, я миллион раз прикладывала. Смотри, нарисую, смотри, тенистая под крышей. Дверь. Причем, разрезая толщину краски, мы сразу получаем даже простенок. Окно. Окно. Тень. Хороший ход, да? Отлично. То есть мы дали густую краску, сначала кинули темнятинку под, потом густую краску, а потом можно кистью чуть-чуть там подсунуть темноты под верхнюю часть особенно. И все, и все. Может быть, не хватает нарядности пятну. Нарядности и... Пусть там такое. Угу. Так, все-таки не стало для тебя идея ритма чем-то важным, а зря. Да, это
все. Ну, что, что, что? Почему неумение? Ну, в эту сторону ты сумела. А почему? Если я настаивал на горизонтальном ритме, почему они по-прежнему... Значит, не поняла. Значит, плохо доходит. Смотри. Ритм. Ритм — это когда они все устремлены в одном направлении. Посмотри, каким это идет. Прямо запомни, листьям идет ритм. Оно? Угу. Вот и здесь похоже. Нет. Ван Гог тоже ритмует, но не так. В этом месте можно, например, сработать чуть-чуть иначе. Вот такую баловнятину подсунуть. Чуть намутнить пятно. Намутнить. Отражение любит мутное. Намутнить здесь, намутнить здесь. Намутнить. Вместе с этим у нас впервые появляются другие формулы укладки. Но мы вторгаемся разбелом. Эх, а где нужно вот это? Разбелом ультрамарина. Прямо сюда. Перебивая этот характер мутный, тоже ритмичным мазочком. И ты видишь, и отражение, постоянно вытирая, продолжишь. Похожую отражательную накидать и там. Вот такие мазочечки, водички. Ты помнишь, у меня были и деликатные. Да. У тебя одни. Такие кровожадные мазочечки. Смотри. Вот. И малютки. Конечно, оно как детское, потому что очень уж грубо. Чуть потоньше заходить. Смотри. Значит, нашвырять вот этого. Смотри, как цвет этот. Слушай, сразу. А вы что не выгоняете? А? Ну, смотри, значит, хочешь, выгоню. Значит, чуть-чуть вот этого цвета нашвырять. Не, мне кажется, уже тут ничего не нравится. Слишком полосато набрала. Хочется более мутного. Мутного. То есть вот вернешь более мутный, а не вот такой. Мутный. То есть забей его до мутного. И тогда перекроется красиво. Хорошо? А то он полосатый, как все как штрих-код. Давайте это завяжем. Ну давай на следующий сеансик. Там.